способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Эти люди ответственны и терпеливы. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Обладатели этого имени фанатично воспринимают различного рода символы. Некоторые символы захватывают их головы до такой степени, что их невозможно ни в чем переубедить. В аргументировании своих действий они могут ссылаться на мистические вещи, которые в реальной жизни по существу не играют никакой роли. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Если говорить о так называемой духовной планке, то обладатели этого имени она высока, значительно отличается от всех рядовых граждан. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.